Давайте делаем так. Я сейчас в эту дверь выхожу, а ходите вдвоем в ту, открывайте одновременно и рашите попробуйте, а я с этой стороны. Пофигу, убиваем всех? Да. Ты, Серега, примерно видел, с какой стороны? Че, не видел никого. Влетаем? Да, раз, два, три, погнали. Че делаешь? Сука, нет. Ты же сказал, влетаем. Так с какой стороны-то? Я направо. Есть, слева, 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 слева. Это я! Блядь, вы че? Долбоёб, это. Сзади вас, блядь, сзади вас, блядь. Поэтому я говорю, троём здесь нехуй. Бля, ну вы же видели, что я оттуда. Эндрю, нахуй ты в него стрелял? Зашли. А, так тогда я с ним на него подумать, да лё. Вы это вот забрали, блядь? Я его вроде убил. Ты чё, живой, Серега? Хуёй, блядь. Заебись. Ты, походу, меня, блядь, убил. С левой стороны сразу. Хочешь с левой стороны? Хуй, блядь. Артём же сказал слева. Нахуй ты вправо повернулся? Так я уже шёл, просто как бы выбежал направо. Я и подумал, что это как бы лево для меня уже. Ты же понимаешь, что я в ту дверь вышел, значит, я там. Бля. Меня выкинуло, короче, не знаю, сейчас пробую зайти. Ой, блядь. Ой. Кайфанули? Могли челика забрать, кстати, неплохо. Конечно, кайфанули. Особенно, когда ты влетел. Бля, я не могу. Не, ну это люто было, бля. Просто отряд, нахуй, я вообще не знаю. Просто тарковчане, бля. Пацан, наверное, охуел от трех ебальников. Не то слово. Ну, конечно, от трех ебальников, которые себя перестреляли, блядь, своих тиммейтов. Один чувак выбивал дверь ногой, хуй не выбилась. Не смешите. Это мне аж плохо стало. Не могу до сих пор, блядь. Ой, да слез. Я сам тут сижу, плачу уже. Бля, лютая ситуация получилась. Вышел, рожок в тему сдал, блядь. Один, блядь, дверь открывает с ноги. Уже не плачь. Я готов.